Всех приветствую! Сегодня хочу поговорить о четырех стилях видео. Бывает динамическое, статическое, тряска и слоумо. Динамическое. Сегодня в своей сторис я хотел показать вот эту динамику, когда я снимаю себя, другого человека, потом опять на себя, потом на какую-то вещь. Момент динамики. Под номером два. Статика. Это когда камера стоит на месте и снимает то, что происходит вокруг. Так же, как мое видео. Ничего не происходит, просто катается машина. Под номером 3. Тряска. Это когда, допустим, человек бежит и при этом начинает трястись камера. У смотрящего человека происходит ощущение того, как будто он там, как будто он сам бежит. Вот момент такой глубины передачи красоты. Не знаю, можно испытать это все. Либо на моем примере, вот сегодня только записал. 4. Это слоумо. Это зацикленность на каком-то красивом видео. Это все медленно. Фонтан такой яркий, красивый, взрывной. Либо на моем примере. Так вот, это все можно использовать в одном видео. Либо можете использовать в своих сторисах сначала так, потом так. Это тоже получается интересно. Если информация была полезной, пожалуйста, поставьте лайки. У меня на сегодня все. И до скорого.